Приезжаем из Пловдива. Мы выехали на Пампорово. 5,5 градусов и время 13:30. Мы сейчас выезжаем в сторону Осиновграда. Круговое движение. Второй съезд. I wanna close my eyes and go back. Play it in my mind. A movie of us two. Yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now. It looks so gray and cold. We've been playing here since 4 a.m. And you haven't said. Дают Бочковскую. Ой, какая бурливая река. Вот здесь можно остановиться. Вот здесь остановка, можно встать на минутку. Вот парковка, смотри. Мы... Рядом с селом Бочково расположен Бочковский монастырь. Второй после Рыльского мужской монастырь Болгарии. А здесь мы увидели стоянку огромную. И такой прекрасный Бочковский водопад. Мы обязательно вернемся в Бочковский монастырь и посвятим ему отдельный фильм. А сейчас нам нужно ехать. Мы покидаем Бочково. Вон там на горе какой огромный камень. Набрать воды. Лыжи продают, смотри. Лыжи. Берем лыжи. Село Бочково. Вода Бочково очень вкусная. Здесь видишь, сколько нападало камней. Я думаю, что это дорогу разгребли. Классно, конечно. Здесь очень много камнепадов, очень много таких нависающих камней. А нам еще 45 километров, 3,5 градуса и уже 1/3. Крестова гора. Смолян 59. А тут куда ехать? Тут что на дорогу? Нет, там была дорога. Да ладно. Впереди полиция. Ужас. Тут еще и полиция есть. Ну, тут одни скалы, а оказывается еще и полиция есть. Бани. Наверное, здесь горный курорт с банями. Как для тех, кто тут лечится. Я не знаю, может что-то изменилось. Конечно. Ой, а тут какая полена. Ужас, ты посмотри, тут все деревья попадали. Тут камешек скатился, но, слава богу, на дорогу не упал. Вот область Смолян. И уже начинается снег. Температура по-прежнему 3,5 градуса. А, чуть не Тимостовая. Вот, 24 километра будет еще. Можно туда сказать. 48 70 100 единиц через. А вот вода. А, вот. По-моему, 40 километров. Что тут еще воин.
Лежат вольно. Рабочие, колхозница. Похолодало 3 градуса. Так, а мы все продолжаем ехать. И осталось нам еще ехать 24 километра. Фактически. Проверяют и прочищают. Ну, я надеюсь. Дорога-то с оживленным движением. Да. Да. Немножко сосульки. Да. Видел, какие сосульки? Да. Заряжает. Здесь пока дорога красивая, пусть она будет снята. Если очень вон тут и сосульки, и снег. Вообще. Ой, сосульки будут сейчас. Не набирай скорость, там никого нет. Тут и вода капает. Ой, вообще. Снимать вывеску. Да, продолжаем наше путешествие. Температура 1 градус за бортом. Холодает, появляется снег и сосульки. Так что мы едем в горы. Мы поднимаемся вверх, судя по всему. Да, даже в ушах щелкает. Уже? Да, у тебя нет? Пока. Скоро мы приблизимся к вершине. Ой, вон там вот как много снега. Прекрасные виды. Вообще-то да, берег кусает. Ну вот здесь есть. После туалета не было, нет? Нет. И все есть. Продалось. Парка мест тут нету? Парка мест нету. Вот здесь вот стань за этим. В автомате есть, точно, да? Есть, и в туалет пойдем. И тоже пойду в туалет. Да, ну здесь уже, видишь, снег. А что там за эти контейнеры? 0,5 градуса. Еще ой, лучше. Видишь? Добрый дошли, это Чепеларе. Вот это Чепеларе. А вот Орионский. Смолян, 30. Папорова 10 написано. Но здесь уже много снега. Да. А снегопад будет в ближайшее время? Когда? Да, завтра. Это море. Проход Рожен. А, слушай, так это вот там, где все эти проблемы были, проход Рожен. И он отворен сейчас. Значит, может быть, мы проедем. Может быть, да. Дорога отличная, ничего не... Нигде не насыпан, даже снега нет вообще на дороге. А тут в горах такая классная дорога. Ты наговоришь, сглазишь. Да. А что, разве мы еще не проехали поворот? Да, но Папорова нет. 3,5 километра вот он рисует. Stuck out in the rain, but we danced around and didn't mind it. So young and reckless, baby, you and I fit just like a glove, but I guess that's over now. We've been playing here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Just be
Ну вообще здесь такие ели вообще какие-то колоритные. Просто мы как будто, знаешь, в этом среди елок. И вот эти елки они вырубают, Коля сказал, да? Да что ты? Да, я на экспорт. Надо руки всем батом бить, кто вырубает елки. Вырубить руки, да. Отрубим руки всем. Кто тронет эти елки? Точно. У нас отель как... Гранд Монастырь. Община Смолян. Через 200 метров поверните направо. Ой, смотри, сколько людей. Ну, вот здесь вот тебе тихо, можно кататься. Да. Вот Гранд Монастырь, вот стрелка, видишь? Налево, через 2,5 километра. Да. А нас он везет направо. Значит, налево через 2,5 километра. Вот сейчас смотри, куда. Вот монастырь Смоленской горы. Повернись направо. Нам надо туда, Гранд Монастырь. Ну так через 2,5 километра. Ну да. Просто я не знаю. Через 200 метров поверните направо. Да-да. Ой, какие тут хорошие горки. Люди все катаются, вообще прелесть. Красота. Вон там народ катается где. Супер. Вон там ски. Поверните направо. Вот санки. Вот сколько тут тебя. Можно поставить, знаешь, чего? Этот самый, наш адрес. А у нас нет адреса. Как нет? Ну так. Град Монастырище, где написано. Супер, мне тут нравится уже. Все работает, все ходят, гуляют. Вот это где-то по-нашему. И снег пошел. Это то, что нам надо. И минус 4 градуса. О, супер. Монастырь. Да. Есть хотели. Вот, Гранд Апартамент 1,3. Вот это. Да. Вот это, да, это Пампорово центр. Дьяволское горло. Там, туда, через 200 метров развернитесь. Вот так. Началось, похоже. Похоже, да. Или но он нормально едет пока. Едет. Ну так он 19 километров показывает. Как 19? Нормально. Ну да, нет, что-то такое не то так. Давай назад. Как он тебе? Давай вот я, может быть, этот поставлю. Отлично. Так мы правильно едем. Я думаю, что он там. Нет. Да. Ну, я не знаю. Мы поехали 20 монастыра километров. Монастыра 2. Но 20 километров нет, конечно. Студенец. Район Студенец. Селище, вот тут, наверное, можно развернуться. Да, вот такой снег у нас пошел. Это просто сказка. Это мы приехали в Пампорово и ищем свой отель. Да, правильно, поехали сюда. Вот так вот, видишь, он едет. Так что все. Никак не можем найти свой отель. Ездим уже. Это дело обычное. Но зато тут такая красота. Вон уже вижу подъемник. И вон там пушка работает, снег делает. Ну, в общем, тут так красиво. Красиво. А мы сейчас уже уехали куда-то не туда, едем назад. Ищем место, куда смотрим, нам надо. Обследуем места. Да, вообще очень. В это время пошел такой классный снег. Пока я фотографировала дорогу. Это надо. Через 800 метров поверните направо. Да, поворачиваем, поворачиваем по дороге. В общем, мы от нашего отеля как-то уехали далековато. И теперь...
придется все это назад проехать. А, наверное, надо, знаешь, было куда повернуть? Вот туда, где, там... где был указатель. Да, да. И 2,5 километра, и сколько там было написано, это до отеля. Да. А я так понял, что до поворота. Ну, видишь. А, наверное, это было до отеля. Да мне тоже кажется. Ой, как классно. Пошел снег. -4,5 градуса, тем не менее. Это вообще как классно. Конечно, какие будем... елочки, иголочки. Мы приехали в зиму, и это здорово. И зима такая не суровая, очень хорошая. А что, 4 градуса? Через 200 метров. Колоту. Поверните направо. Ой, здорово. Да. Едем, мы едем, вот едем. Мы приехали едем. На это место. Да. Мы сейчас тут направо. Вот мы приехали, поворачиваясь сюда, так, сюда, так, сюда. Ой, как все тут занесло уже за это время. Так, мы едем назад. Так. Сейчас тут будет стихийное бедствие. Прекрасно. А вот, вот смотри, вот здесь будешь кататься. Да, так и здесь и буду. Вот здесь и никакого подъемника не надо. Ну так все катаются, подъемники закрыты. Туристический центр Пампорово. Кстати, вот сюда можно зайти, и тебе все скажут. Так, куда то есть мы едем туда, правильно я понимаю? Да, сюда. Тут, видишь, вот, аптека отельская, тут все как-то подписано. Но мы сейчас едем правильно. Вот так. Вот этот лыжников полно. Народ уже рвет когти назад, видимо, накатались. Отель «Гармония». Так, а мы едем на гору, потому что наш отель находится на горе, рядом с подъемником, поэтому... Так а куда там еще подниматься с горы? Мы на горе, и там подъемник. Ужас какой. Куда там еще подниматься? Вот именно. Куда же там подниматься, если мы уже на горе? Осталось 4 минуты, мы уже рядом, слава богу. Вот, сейчас возьмем санки и поедем на горку. На отеле продают целые тут. Народ уже наелся бизнеса. Да, все, у нас теперь по прямой чуть-чуть осталось. 2 минуты. И мы приехали. Через 800 метров. Ну, отсюда до центра ты и не дойдешь. Ну, естественно. То есть тут как-то надо куда-то, надо было там в горку-то. Что он сказал, я прослушал? Не знаю, еще далеко. Еще 2 минуты. Так, сюда. Вот Гранд Монастырь. 1 километр. Все подписано. Все написано. Община Смолян уже идет. Все, мы приехали. Вот он. Я думаю, что надо искать въезд. Вот, видишь, стоянка. Община. Где отель? Нет, там где-то должен быть такой... Под, а, вон там стрелка. Под таким углом, да. Да, 200 метров. Поверните направо. Ух ты, у нас тут сколько снега. Еще не повернешь. Поворачивайся. Вот она, наше счастье. Да. Осторожно. Прямо рулем не крутим. Шлагбаум? Да. А чего? Не знаю. Добрый день. Имам резервация в отель. На чье имя? Ольга Денисова. Добре. Само один ваш телефонный номер. Окей.
садились. Уже прибыли к месту назначения. Да, это я понял. Там кирпич. Сюда. И сюда. Да. Ну, тут все машины свои откапывают. Ага. Видимо, ресепшн здесь. Ресторан. А где ресепшн? Сейчас прошу. Извиняйте, ресепшн кабин. А, наверх? Thank you. Да, thank you. А тут есть подземный паркинг. Mm. О, супер. Мы сейчас, ну там, наверное... Вот, да. В принципе, это хорошо. Да, так мы сейчас туда и поедем. Я сейчас попрошу. Если даже платно, вон там есть место на бесплатно. Только я хотел просто здесь выйти, чемодан там. То есть, а, ну вот там есть место около, прямо рядом. Вот здесь. И здесь можно чемодан, Диана. Вот офис селс. Так, ну ладно, все, приехали в сказки. Поздравляю вас. Да уж, не говори. Сказка стала были. Что? Сегодня у нас 14 января, старый Новый год, и мы решили провести его на горнолыжном курорте Пампорово. Ну, потому что уже, честно говоря, сидеть дома нету сил. Поэтому мы решили увидеть снег, увидеть горы, увидеть лес. Ну, лыжи, конечно, мы небольшие лыжники, но мы постараемся... Но увидим лыжников. Да, но мы постараемся, чтобы были лыжники. Мы сейчас в комфорте, в хорошем отеле. Обзор отеля я покажу потом. Все увидите. Отель отличный, на мой взгляд. Сейчас сезон коронавируса, и в отелях большие скидки. Можно воспользоваться этим моментом и приехать даже, может быть, не самый дешевый отель, чем мы и воспользовались. Мы рады, что мы приехали. Мы вырвались, мы собрались, мы смогли. И это нас очень и очень радует. За это и выпьем. Да, с Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем!